осень золотая, моя любименькая пора года. А где вы думаете, такая прихожу, что за моей спиной? А, совсем недалеко, у Путрышках. Бо сегодня я завитала у самую близенькую до города СПК Путрышечки. Я вам все-все-все расскажу, все-все-все покажу. А на дворе сегодня сприяя, там мой добрый настрой будет. Пошли. Ой, мама дорогая, як прихожу тут. О, Минсельхозпрод. О, бачили вы такое? Учебно-опытный сельскохозяйственный производственный кооператив Путрышки. Ну мне ж сюда, я ж знала, куда идти. Історія господарки починається 15 сакавіка 1940 года, коли на землях былых панских майонтков в околицах Гродна был організований совгаз Станіславова. У 1951 годі у Гродна открылся сельскохозяйственный институт, что коренным чином отбилося и на житті совгаза. Он становится учебно-дослідной господаркой новой научальной установы. Таким з'являється и на сегодняшний день. О, як быстро я вскочила сегодня. Моя любимая конторка. Наверх. А что это? Заблокировано. Что это? Первый раз бачу, как это блокировали что-то. А куда? Для входа? Диспетчеру мне надо. Ну я ж... Сейчас. Чего мне почать? До диспетчера сходить и с переписи. Девчата, лучше переписаться, да? Так вам. Я иду сейчас. Я распранусь одно. Я готовая. Их кажут разумные люди, если ты не идешь к переписи, то перепись идет к тебе. А переписывать, у меня только паспорта нету с собой. Можно без паспорта. Можно без паспорта. Да. Ну, записывайте. До чего дошел прогресс? А переписываются люди? Да, да. Ходят и ходят. Приходят, да. Не, ну у вас тут красиво, тепленько посидеть. Да. Можно с человеком поговорить хорошим. Все любят разговаривать. Да, я тоже. Все работники СПК переписались. Молодцы. Сейчас еще и меня запишут у работники СПК. Уже все. Ну, не все, конечно. Но ходит. Да, приходит. Свой громадянский обовязок я выконала. Переписано в единственном экземпляре. А где у вас тут диспетчер? Это у меня на авто... Да это вы. Дякую, я туда пойду. Здравствуйте. Я, да, что у вас там заблокировано, ну, все? У нас тут такая система, электронный пропуск. А вы проведете пойдете, меня? И проведу, и дверьки вам открою. Благодарствую. Как приятно. Под белые рученьки меня. Ой, благодарствую. Ой, ой, мама дорогая, керамогранит. Ремонт навютки, свежайший. А вот это пальма де Майорка. Можно у перерыве выйти, легче полежать, под сонненько позагорать, как будто побывал на курорте. Приемная, я попозже. Ой, поляньте, что я знайшла? Гордость коллектива. Вот, чтобы во всех коллективах была такая гордость. А и досочку тоже надо, я считаю, побольше, потому что людей же много, надо всех повесить. Вот у нас вот на телебачении тоже хотелось бы кого-нибудь, не буду говорить, кого, а рядом со мной у клеточку тоже такую повесила бы еще оператора. Андрушка, привет. Ой, тут пошире, тут поуже. Ой, а тут ветераны предприемства. Там гордость сегодняшняя, а это ветераны тих, на кого равняются люди. Как добро придумали. С одной стороны одно, с другой стороны другое. Есть на кого равняться. А главное, традиции заховываются. Эть, переемственность. Господарка некалькі разоў збуйнялася. У 1957 годзе да саўгаса Станіславова далучаны калгас імя Гастэлы. У 1959 годзе частка зямель калгасу Чырвоны сцяг. У наступныя гады былі далучаны землі саўгаса Герой, калгасу Расія і саўгаса Беларусь. У цяперашні час вучэбна-вопытны сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў Путрышкі – гэта сучаснае шматпрофільнае сельскагаспадарчае прадпрыемства. Ой, хочу поближе к начальству. Ой, и приемная, и отдел кадров еще в одном месте. Как говорится, двух зайцев. Скажите, вам кадры не нужны такие вот нормальные? Нужны, нужны. Нужны, нужны. Да. А что у вас там, какие должности имеются? Очень много должностей у нас. Зоотехники, операторы машинного доения, трактористы. Ладно, что-то не подхожу ни под одну. А скажите, Калиласка, сколько у вас вообще людей працует? 272 человека. А прочитатель на месте? Да, на месте. А можно сунуть? Конечно. Приходите. Хороший человек? Очень. Добрый? Да. Вот тогда пойду. Женаты? К сожалению. Я хорошо выглядаю. Здравствуйте. Слава Богу.
Это Виктор Иванович, добрый день. Чи я к вам поближе хочу. Дозвольте пожать руку. Руку можно пожать. Вы мне скажите, коли ласка. Что вам сказать? А чем славится ваша господарка? Як обычно господарка, працуем. Зерно. Зерно. Угу. Молоко. О. Угу. Мясо. Ой, это вы что, все есть? Все есть. Семена. Нема. Свинины нема, спирта нема, самогонки не гоним. Сегодня у кооперативе активно занимаются разведением элитного насения збожевых культур, якое використовується для потреб господарки, а так само у значном объеме реализуется іншим сельгаспредприемством. У осень этого года было реализовано 623 тонны элитного насения озимых збожевых культур. Люди добро працуют, получают добрые зарплаты. За 8 месяцев 990 средняя. Ой, а я думала, до бухгалтера расти сколько. Вот, поэтому вот так. И рентабельность 20% в этом году. Те годы более было, в этом трохи ниже. Ну, а на следующий год будет лучше, чем вчера? Ну, за все это я говорю, что завтра будет лучше, чем вчера. Да, я купил песню пою. А я хочу сказать, чтобы завтра не было горе, чем сегодня. Вот это председатель, вот это старшиня, вот это голова, одним словом. Что не фраза, все крылатые. Надо это записывать за вами. Дякую вам. Копытца оботру. Всего самого наилевшего вам. До новых встреч. Працуйте, працуйте. Как то, что вы думаете, как все у нашего Петра Ивановича, на больше высокий узровень. Мы его за ноги подымем. Як что? Сейчас мы запытаем еще про гроши. Гроши я люблю. Здравствуйте. А кто Елена Александровна, главный бухгалтера? Моя вы дороженькая. Добрый день в вашу хату. Добрый день. У меня такое питание. Ну, я правду матку. Деньги есть у вас подарки? Ну, деньги завсёды есть. А, о, деньги есть, копнуть надо уметь. Куда что потратили там тут, или это секрет? Мы закупаем все самое необходимое. Купили установку для охлаждения молока, пресс-подборщик купили, смеситель для кормов купили. Мы закупаем все то, что необходимо для производства. Чтобы людям и коровкам жилось хорошо. Людям и коровкам всем, да. Среднесписочная колькость работников кооператива за 9 месяцев 2019 года склала 246 человек. Среднемесячная заработная плата – 990 с половиной рублей. За вересень 2019 года заработная плата склала 1062 рублей. Вот главный бухгалтер мне все рассказала. И какой-то смеситель купили, и что какие-то важные очень вещи. Главное, что крупногабаритные. Как раз для путрышечек. А самое интересное, что бухгалтеры одни молодые девчата делают. И одно место свободное. Тут что-то стол. Я думаю, может, для меня. Девчата, вам всего самого наилевшего, чтобы все цифры сходились. У бухгалтера всегда все сходится. У бухгалтера может не сходиться только спадница. Во! Слушайте, то я вообще подхожу на бухгалтера тогда. Ой, надо запомнить. Ой, подбегом, подбегом. Быстрей. Ой, а я сейчас нажать надо. О, система, а? А где это моя, это я шута? Там точно. Хотела второй раз переписаться, то сказали, что нельзя. Ой, ой. Голова. Это просто от мозга. Доведалася вельми шмат, всего вельми цікавого. А шас на поля. На дворе бабье лето. Ну як это у апошнія осеньские теплые денечки и не прошвырнуться где-нибудь по полям. Пошли со мной. Площа сельскогосподарчих угодів предприємства складає 4149 гектарів, у тим ліку пашні – 3143 гектари. Бал ралі – 35,9. Бал сільгасугоддів – 36,5. Все шуміть, всі працюють, життя кипить, бурліть, пробачте, я тут проскочу. А дурить не встать, що тут робиться? А приїхала я на молочно-товарну фермочку. Ой, як я люблю ти... коровошек тих. Я б їх всіх обняла, до хат з собою забрала, но не дають. А що це от вони делають? А що? Чистят, ага. І стелять. Слухайте, а я думала, це ми вілами вигнаюють. Ні, все механізовано, звісно. Апарат це ви якийсь придумали? А то. Слухайте, а мені до хати не можна, на дачу там треба кое-что теж вигнати. Платити. Все через кассу. Все через кассу. Договоримся. Это ж надо было приехать в такой момент, как попасть на такую процедуру цікаву. Первый раз я такое бачу. Я думала, это ну тумкала это я, что деревня. Думала, что руками все. А что-то написано помещение для дойных коров, а ни одной нету. А где вообще?
Сейчас коровы у нас на прогулке. Да. Получают солнечные ванны. О, да. Я бы тоже вместе с ними прогулялась. А вы не ходите зиме? Ходим. Ходим. Ходим, смотрим тоже, да. Каждый день. Ездите, ездите, эти тракторы. Жизнь кипит. И часто у вас такое? Каждый день. Два раза в день. Утром и вечером. Жизнь кипит, не останавливается. А дурать не устать. Работают, все работают. Але движуха у путрышках, и трактори рухаются, и навод коровы на месте не стоят. Обычно я приезжаю, все стоят, пуненько у родочек, это все нажную массу это употребляют. А тут я на вольном выгуле. О, красотища! Жывёлагадоўля ў структуры таварнай прадукцыі займае 64,5%. На тэрыторыі гаспадаркі размешчаны тры малочна-таварныя фермы, на якіх утрымліваецца 3550 галоў буйной рагатай жывёлы, у тым ліку 1210 дойных кароў. Вы мне так ещё расказваеце, а вы як зваць вас? Ольга. Олечка, вельмі прыемна, надзея. А вы тут хто? Зоотехник, селекционер на ферме. Ага, это вы отвечаете за потомство, так сказать, Да, за воспроизводство, за потомство. Отвечаю я. Отвечаю селя? Да это очень нескладно ответственность. Ой, вот я найду ваши красоточки стоять, пока их кватерки убирают. Слушайте, чтоб я так тоже где постояла, пока вы мне там пола помыли. Ой, ты моя рыбка. А погладить даются? Даются, можно попробовать. Сади, ходи. Что-то не сильно даются. Девочки с характером. Да. Девочки, чего вы? Я ж своя уже в доску. Мне уже все коровы области знают. Ну, вымя солидно у них, хорошее. Дают много, по 35 литров молока. Да вы что? Да. А за год это сколько? Ну, может, 8 тысяч и будет. За 9 месяцев 2019 года валовый надой молока по господарце склал 7523 тонны. Надой молока на корову 6293 килограммы. Продадено державе 7085 тонн молока. Экстра гатунку реализовано 86,6% от усяго объему реализации. Тлустость молока складает 4%. Олечка, что-то ваши вот это крупненькие, это, ко мне не очень некто добродушно, не даются погладить. А я что, мне ж бы обнять, может, маленечко вы этого? Есть и маленечко. Ага, есть, а куда идти? Площадка для, с индивидуальными домиками. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Куда? Что я хочу сказать, что малые меня любят больше, чем дорослые. Ходи, мое золотое, ходи, мое маленькое. Ой, а может есть и хочешь? А чем вы их кормите? Молочком. Да. Там надоели, сюда дали. Ага. Это два братика. Два братика? А часто вообще двое не рождаются? Ну, раз в месяц бывает. Да, это часто. Слушайте, как в роддоме у нас. А вот близнецы, чтоб одинаковые совсем такое. Не одинаковые не бывают. Это тоже обидно. Так бы ходила вечером одна доиться, днем другая. Ну да, подменяли бы друг друга. Да, как мы сейчас в школе. Ходи сюда. Не идет. А вот там другой. Ой, ты мой золотый. Ходи поглажу. Это девчонка? Ой, девочка моя золотая. Что характерно, девчата по-любому прыгажей, чем хлопцы. Ой. До побачення, мои красоточки. Вырастайте, набирайте. Я проверила, потом вам квартиру добыть. На этажную, можно сказать. Спасибо. Вам всего самого наилепшего, мощного здоровья и как ваши коровки, ну, по 11 тысяч дали. Хорошо, спасибо. Уже скоро надо будет по 12 желать, потому что скоро этого добьются все. Хочу отзначить то, что у путрышках еще вельми компактно. Вон тамочка ферма, тут заборчик перескочу, на тебе мастерские, мои любименькие, потому что тут хлопцев много. Ой, все ляскает, нечто там ремонтируется, потому что я зашла у мое любименькое, у мастерские. Ой, мужчина, не проходите мимо, добрый день у вашу хату. А кто, что это, мастерские что-то пустые у вас, а где техника? Вся техника в поле работает. А, я это тумкала, я ж думала, что уже каникулы. Нет. Еще нет, а, Надея. Дмитрий. А вы тут это шо? Я за мастерскими. Да вы что? На техничном узброении кооператива мается 52 одинки тракторной техники, включающие погрузчики. Мается 6 энергонасыщенных тракторов, 24 грузовые автомобили, 8 збожеуборочных комбайнов, 5 кормоуборочных, а так само буракоуборочный комбайн и иншая сельскохозяйственная техника. Вот у меня все время вот подвеска ляская у машины. А вот у вас, у тракторах тоже так? Не, в тракторах подвеска довольно выдержанная. А может мне такую? Ну, можно, только будет расти сильно. Без амортизации? Без амортизации у трактора. Ага. А так, ну, а вот разобраться у трактора, это складано? Ну, что там куда? Складано. Машина-то вельская. Складано, много шестеренок всяких. Болтиков, гаечек много. Ну, уже больше как тянешься, так тянешься. Да. А вы это сами тут вырабатываете детали какие-то, типа покупаете? Не, мы детали покупаем, мы только меняем их. А токарный цех зачем вам?
Ну, вытачиваем всякие втулочки, болтики нестандартные. А я покупаю по 35 рублей. А можно зайти туда? Можно. Вось он, той токарный токарный цех. Добрый день. А что это у вас? А что вы здесь делаете? Шайбы-то что? А зачем? Много надо таких шайбов за день наточить? Ну, по-разному. Те, как заказ поступит. Как заказ поступит. А те можно мне какую-нибудь шайбочку выточить? Я заплачу даже. Нельзя. По технике безопасности не положено. Неподкупный. Допускать. Ага. Ну, а то, что, правда, меня замотали, в такой станок. Может, оно и так. Не буду вам перешкажать, вы тут это туда-сюда. До свидания. Коли хочете отшуть ритм життя вёски, приезжайте у Патрышки. Там пилять, тут стругають, там стружка летить, машина у гадоку кругом ездит. А до ретню встать, еще 5 минут, и у меня голова самой кругом пойдет. Ой, во, движуха, одним словом, экшен. Какие у Патрышках сады, и направо, и налево, и сзади, и спереди. Тут, может, сутки ходил бы. Только что-то вот я смотрю, поздновато приехала, ни одного яблочка нема. Я б уже даже... И стросла бы шо, ну вот нема за шо даже взяться. Хоть бы одно якое, а? Ой, знайшла. Мал золотник, да дорог. Повыбирали все без меня. Ну, конечно, такая-то вещь. Сейчас я заценю. Солодка. В следующем году приеду с кошиком. Пораньше. Вось яны, поля путрышковские. Это только ну, людям далеким думается, что коли вот косышник не доходит, то работы нету. А работы, во, фил, робить не... Мать родная, одинокая ветка сирени стоит. Мужчина, миленький мой дорогий, добрый день у вашу хату. Добрый день. Копытца оботру, надея. А что это? Бураки убираете? Так. А это сахарные эти кормовые? Сахарные. У этом годе валовый сбор збожевых и зернебобовых культур у господарцы без улику кукурузы у бункерной вазе склал 7054 тонны. Уроджайно склала 60,6 центнеров с гектара. Валовый сбор озимого рапсу 814 тонн. Урожайность 45,2 центнеров с гектара. Слушайте, я вспоминаю, в детстве меня гоняли на сахарные бураки. Берешь гадок бурака, ножиком так хрась, шухухом теробил, горочку насыпал, это мы так перебирали. А сейчас уже еще, да? Это похоже так зараз, только робит одна машина, которая находится на изучении поле. Уже машина робит, а ранее в детстве я робил. Нет, тут на поле находится один комбайн, один человек, который его обслуживает. Сколько он за сутки может гектара убрать? 10 гектаров. А я вот вспоминаю, что в детстве, ну, горочку натеребишь, а потом еще машинку закидывали. А сейчас уже все не той час. Зараз вот такая машина, которая перед вами. Называется она смешно по-белорусски мышка. Мышка, мышка. И она вот грузит бураки, эту машину загружает примерно за 3 хвилины. А можно мне потрогать эту мышку? Можно, конечно. Я аккуратненько. Аккуратненько. Первый раз в моем жизни я до мышки бегу, а не она от меня. Погляньте, какое у этой мышки колесо. О, 1,63 метра. Прикладно. Солидная. Аккуратная. Ой, хлопцы. Хлопцы, а куда вы его уже прете? А это скидель такой называется. А, на сахкомбинат. Да, да, а сколько за день раз вы до скиделя назад? А можем и 5 раз ездить. Можете и 5 раз. О, это вам не жарты, да. Счастливой вам дороги. Привет скиделю! Теперь, кто будет покупать это, сахар в магазине, ведайте, я так само долучилась. Один бурачок закинула. Красиво поплыл. Ось он, сахарный гигант. Беру в руки бурачки и одразу вспоминаю дитинство, как мы их пололи, ой, потом мы их это теробили, а потом нам за это сахар давали. Вот всем, кто вышел из вёски, а зараз живет в городе, необходимо, не важно, в який месяц приезжать вот на поле вот так вот, докрануться до своего дитинства. Ой, вот что вспомнить мне. Кидайте вы эти города, вертайтесь до своих вытоков, до коранёв, у вёску. Тут и дышится вольней, и живется, поверьте мне, гораздо веселей. И люди вот такие.